Всем здорова, танкистчики, подписчики. Сегодня вы наконец-то вопросы взяли. Точнее, это было уже вчера, но сегодня видос по вашему же выбору. Наконец-то про ОИ. Это похоже на что вообще, ребята? Какой-то холодильник с камуфляжем, с икрой красной рыбы. Ребят, я вам желаю самого приятного просмотра, отличного настроения. Ну а мы начинаем. World of Tanks, наша игра. Так, ребят, я... Как же эта карта называется? Вспомнить бы ее. Highway вроде бы. Ребят, я постоянно, в принципе, ее вспоминаю, потому что там нарисована торнадо и написано Highway. Ну, типа, какие-то Гавайи. Ну, я не знаю, как это относится друг к другу, но как-то так. Ребята, учитывая графику, это хоть какая-то, но улучшенная графика. И как-то тянет немножечко. Но, ребят, нужно улучшать компьютер, чтобы... вести стримы и по большим танкам, и по маленьким, чтобы было все отлично просто, и видосы были в отличном качестве. Ну и монитор, это все, я надеюсь, будет, не смысла озвучивать вам. Ребят, спасибо, что смотрите, ставьте лайки, пишите комменты, кто тоже играл на таком танке. Я когда первый раз его вкачал, взял специально чисто проверить, ребята, я просто, я не знаю, вот просто смотрите, сейчас будет что-то необычное. Короче, до того, как я поехал на ТТ-фланг, я просто решил перекаточку немножечко посмотреть. Как бы у меня броня хоть какая-то есть, а с далеких расстояний меня просто так не пробьешь. У меня реально броня есть. И первый ЛТ. Зачем ты остановился? Нет! Ребят, я не виноват, он сам виноват. Да, я немножечко поплатился, но это совсем не так уж и много. Правда, меня бьют и бьют, ребята. Просто уже почти половина ХП снесли. Ты шо, ребят, меня КВ-2 не пробил. А, не-не, это все вместе суммированный урон. Вы шо, вот это жестко. Ну, ваншот, ребята, сколько там, 650? Это просто нечто. Так, первый ваншотик мы сделали. В общем, как-то они светятся. КВ-1, думаю, блинчики, надо как-то попытать удачку. Ребят, у меня, получается, стоят обычные снаряды, бронебойные вроде бы. И... Че это было? КВ-1, а нет... Это АТ-2 просто на фульчик, ребята. Да, не завидую я тем, кто поехал на таком медленноходном танке на ТТ-позицию. Дальше, ребята, у нас есть КВ-1. И КВ-1 это вроде да. Ребята, у меня мелко, поэтому извиняюсь, как есть. Да, здесь ошибочка. Мой снаряд не то чтобы не залетел, я просто, так знаете, на реакции неправильно дал. Ну, ничего страшного. Это вроде бы КВ-1, и короче, ребята, сейчас мы сводимся. Я играю всегда без мода, без читов, только на реплее, на свободную камеру, чтобы записывать для вас же классным качеством. И... Минус КВ-1, 745 альфа прошла, вот это я понимаю, ребята. Ребят, счет 5-2, тут танки 15 на 15, и здесь реально как-то интереснее. Ладно, что будет дальше, никто не знает. Заряжаем опять-таки ББ-снаряд, вроде бы ББ, ребят, бронебойный. Ууу, КВ-2, дорогой. Ребят, как думаете, попаду? Ты шо, это вообще снайпер на бревне. Как? Да ну, неужели попаду? Сверись и... Бабак! Ууу, 774, обалдеть, ребята. Уже 2700 с плюсом урона просто натанковали прилично... Меньше половины хп просто потеряли, но оно того стоило. Так, ладненько, немножечко ускорим. Ребят, я когда первый бой сыграл на этом танке, вы просто не поверите, это такая имба, советую всем. Это просто, вот кто любит играть на КВ-2, ребят, обязательно купите этот танк, потому что вы не останетесь без настроения. Это реально топовый танк. Ну, конечно же, если у вас прокачана скиллуха на КВ-2, когда вы играете, ребят, в больших танках, то этот танк просто для вас будет какое-то утешение. А ну-ка, фугасик. Баба! Отлично. А, не, это даже не фугасик. С ББшки его забрал. Неплохо, неплохо. Вот это я понимаю, ребята. Так, здесь КВ-2, арта. Фух, ребят, чуть не попал по мне. Хотя у меня брони достаточно. Сейчас нам надо КВ-2, короче, развести на выстрел как-то. Посмотрим, у меня как бы брони, ну, не то чтобы много, но она здоровенная такая, ну, короче, это вообще табуретка, холодильник, это стол на колесах, чё-то, он просто ошибается, зачем он фугасом раньше времени стрелял, и... Бабах! Ого-госики! 592, что-то альфа не прошла, ребят.
Обычно 700 с плюсом било. Ну, ладно, ладно. Еще раз зарядим. Там меня пытается арта потихонечку забирать хп мои, но... КВ-2, давай, не пробей меня, не пробей, не пробей. Криданул мне модуль. Ребят, все. Ну, ребятки, это твоя вина. Бабах, отлично. И КВ-2 отправил в ангар. Я, естественно, посмотрел назад, чтобы еще попытать удачу кого-нибудь забрать. Ребята, набили 3800 плюсом урона. Что это такое? И под конец, конечно же. Арта меня пытается что-то там ударить, но у нее не получится. Да, Арта, и что она здесь делает вообще, да? Ну, ребят, просто огромное спасибо за то, что вы здесь, и это было реально круто. Фух. Ладно, посмотрим результаты боя. А ну-ка, взяли мастера, ребята. Ого-го. Снайпер, основной калибр и... Стальная стена, обалдеть, 3800 с плюсом урона. Ребят, ну, этот бой, мне кажется, реально достойный. Хотя я на нем буквально пару каток откатал на этом танке, просто имба. Так, попали мы в топ-1, 3800 с плюсом и опыта в топ-1, просто. Ребят, спасибо огромное всем за просмотр, ставим лайки, подписываемся и всего вам самого лучшего. Покеда!